Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатару ашшаке пасинд бевачу патитананг пабуне бхавишнаве бью намо намаха мукан кароти вача ланг пангун ланг хетгрим ятки пата маханг банди парама нандамадвам биндаве тусиде бой пиаве кешвасача Шна бхакти паде деви шатто баттои намо намаха Нараяна намаскритта нарунча иванадаттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катху падеш Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхабхагна Бабишта Духам Тетхас Вадам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панутапалла Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бишпуриджита Кимапикапавадушва Дарш Пурнану Рагараса Сагара Сару Муртихи Сарадхикамай Када Пам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламмита бхужау канука бодату Шанкиртанай капитару камала аютакшу Бишамбару диджавару югадхарма палу Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пады Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманонга мада пахарам Барауна Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшмид Джасача Бхакшаши Ясястихиде Самбихид Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Vangshi Bibishuta Karat Navani Radavat Pitambaradvarana Bimbafala Dharostad Purnendu Sundara Mukhadara Bindanabhad Krishnat Param Kima Pitattamam Najahne Krishnat Param Kima Pitattamam Najahne Bhangshi Bibushita Karat Navani Radavat Pitambaradvarana Bimbafala Dharostad Purnendu Sundara Mukhadara Bindanabhad Krishnat Param Kima Pitattamaham Najane Krishnat Param Kima Pitattamaham Najane Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru told That Krishna Seva, in Krishna Seva, Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что в Кришна Севе есть нечто великолепное, что перед этой Кришна Севой наша мораль, характер, честность, пунктуальность и все остальное, все становится бесполезным. Кришна Сева имеет такое великолепие, что перед Кришна Севой все другое, как все, что у нас есть, какие-то способности, какие-то мораль, честность и все остальное, все это становится бесполезным. Если я хочу совершать Кришна Севу таким образом, что все общество станет критиковать меня, я все равно продолжу совершать Кришна Севу с великим энтузиазмом, что посторонние люди не смогут понять, они будут критиковать, что он делает, что это он не следует никаким правилам и предписаниям, то люди могут критиковать. И даже если они критикуют, мне все равно на их критику я готов погрузиться в Кришна Севу, несмотря на общественное мнение. Какая разница, кто что обо мне думает, я готов полностью занять себя в Кришна Севе, даже если весь мир будет критиковать меня. Кто такой Кришна? Осознать это займет жизнь за жизнью. Я не могу выразить. Я не могу сказать, что я совершаю Кришна Бхаджан, поскольку знаю свое плачевное положение. Как я могу сказать, что я совершаю Кришна Бхаджан? Кто такой Кришна? Объект, который мы не можем видеть. Объект, который не можем чувствовать. Если вы будете пытаться применять свой ум, вы все равно не поймете, поскольку Шрила Прабхупад много раз говорил, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. Это наша хроническая болезнь, что мы пытаемся какую-то логику применять, что должно быть так, мы глупы. И вот это невозможно. Логика не может находиться на пути к абсолютной истине. Тот объект, которого мы не можем видеть, объект, которого мы не можем чувствовать, даже если мы услышим, мы не можем понять и осознать, что это. Как это возможно для меня сказать, что совершаю Кришна Бхаджан, даже слушая о Кришне так много, Пытаемся что-то узнать у подлинных садгуру, но все же, почему мы столь пассивны, столь падшие, почему у нас нет искренности, кто такой Кришна, мы не можем осознать. И вот если мы не поймем, кто такой Кришна, то как мы можем совершать бхаджан Кришне? Он за пределами нашей досягаемости, мы его не можем ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. Можете ли вы видеть вашего Гурупад-Падму? Трансцендентного Гурупад-Падму. Кто-то говорит, что он служил Гурупад-Падме, что да, кто, но они не знают,
что севья севаки сева, севья объект служения, севья васту и севак, кто служит этому трансцендентному и процедура. Бхаджан, который является бхакти, все должно быть на одном едином уровне. Если нет, если это не находится на одном уровне, то тогда это невозможно совершать бхаджан. Как мы можем совершать бхаджан, если есть какие-то где-то какой-то дисбаланс, мы не можем совершать харибхаджан. Вначале всего мы должны достичь уровня Гурупадпадмы. Вначале всего я должен достичь уровня Гурупадпадмы. Гурупадпадма — нематериальный человек. Трансцендентный Гурупадпадма. Я говорю о стандарте. Я не говорю о каких-то других гуру. Я говорю о самосознавших себе душах. Они наслаждаются полной милостью Кришны. Они всегда находятся погружены в бхаджан. Я говорю о них, поскольку в соответствии с определением Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, тот, кто всегда все время, 24 часа в сутки, занят в Кришна-саве, он мой гуру, он вайшнав. Тот, кто все 24 часа в сутки занят в севе, он садгуру. Все время нет никакой... Всегда есть связь, нет никакого обрыва этой связи. Есть признак садгуру в том, что он всегда находится в связи с Кришной. Садгуру, если посмотреть на подлинного гуру, то, что он говорит, то, что делает его настроение, его чувства, все необычное. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, я могу предаться лотосным стопам такого гуру, кто может дать мне стопроцентный успех, стопроцентное благо. Я не могу предаться так называемому гуру, который недостаточно утвердился на духовном пути. И все же какие-то анартхи у него могут быть. И вот все же это невозможно. И вот садгуру может научить меня, как служить Кришне. Садгуру может научить, как служить Кришне. Это не шутки, что мы безразличны, кто такой чистый гуру вайшнав и другие. Кто-то не видит разницы между подлинными вайшнавами и мошенниками. Как кто-то может говорить, что они одинаковы? И вот, если кто-то хочет сказать, что все одинаковы, то мне нечего добавить, поскольку Гурупадпадма, он показал мне, как я должен совершать бхаджаны Кришна Сева. Кто-то говорит, что он тоже получил дикшу, но Шрила Прабхупад говорит, такая дикша, она не может дать вам право для совершения Бхагавад-сева. И вот так называемая псевдо-дикша не может дать вам право совершать Кришна-сева. Нет, но сейчас каждый делает, ну, в смысле, получается, дикшу, занимается чем угодно. Но что мы можем сделать с этим? Достаточно давно, лет 25 назад, я сказал о Гурупадпадме однажды. Никого не было, я сказал Махарадж. Го Махарадж, вы говорите так. Но саньяси делают по-другому. И Го Махарадж сказал мне,
не говори, что они делают. Ты должен следовать тому, что я говорю, а то, что они делают, это их дело. Но лучше следуй то, что я делаю, я говорю. Если они не могут этому следовать, что я могу с ними сделать? Лучше смотри за тем, как тебе следовать. Все служение — это твое служение. Так уж Сиддханту сказал Шрила Прабхупад, когда Хари Брамачари сказал, вот вы дали служение каким-то Брамачари, но они занимаются ерундой и ничего не делают. И Шрила Прабхупад сказал, почему вы жалуетесь на них? Но все служение — это ваше служение, Гуру Сева, как вы ожидаете. Почему вы надеетесь, это ваша ошибка? Почему вы надеетесь, что кто-то может помочь вам в Гуру-севе? Это естественно, они не могут помочь вам. Это вся ваша обязанность совершать служение. Может, кто-то помогает вам, это хорошо, вы должны быть благодарны, но все же должны думать, что все служение — это ваше служение. И это настроение мы должны развить. Иначе это невозможно. Когда Бхагаван Си Кришна хотел дать татва-вигьян Брахме, и тогда мы можем видеть, что это проявляется в Чатушлоке Бхагаватам. Бхагаван был сказал очень точно, что своими персональными попытками ты никогда не сможешь узнать меня, и вот я говорю тебе. Прими это, я говорю тебе. И вот моя лила, моя сварупа, все мои действия, мои желания, все мои лилы, это непостижимо для обычных людей, даже представить это невозможно. И вот я говорю тебе, Мад-Ануграхат. Очень важно. Брахма говорит, Мад-Ануграхат, я благословляю тебя. Я дарую тебе милость, дарую тебе силу. И тогда ты можешь понять. Если вы ты не обретешь мою милость, то ты тогда не сможешь понять мои лилы и все остальное. Что говорить еще? Я не хочу говорить о большой философии, о какой-то ментальных каких-то умозаключениях, поскольку кто может осознать Пракрита и Апракритова? Трансцендентным и материальным. Я не заинтересован в какой-то материальной философии, кто может показать и доказать, что я, у меня есть представление о Пракрита и о Пракрита, кто может показать мне только. Пытайтесь во всем мире найти хотя бы нескольких, кто понимает такие простые вещи, как трансцендентное и материальное. И вот как это возможно для нас обсуждать о Кришна-лиле? Она за пределами человеческого понимания. Как это возможно? Даже Пракрита не все понимают, поскольку Шри Чайтанья Чаритамрите ясно сказано, то, что Пракрита Васту Пракрита Копху Гачароны. А Пракрита Васту никогда не может быть познана материальным разумом, материальным умом или чем-то материальным. Это невозможно. И поэтому Шри Чайтанья Чаритамрите ясно сказано во время дикши,
если какой-то искренний, честный ученик предается лотосным стопам Садгуру, и в этом случае дикша, во время дикши, и в то время атмасам, значит, какие-то глупые люди думают, что Кришна сделает нас подобным Ему. Атмасам здесь, значит, но здесь не значит, что Живатма станет Кришна, просто качество, подобное качествам Кришны приобретет. Кто-то превратно понимает эти слова. И вот суть в том, Абхибхакти Кришна. И мы слышали от Шри Чайтаньи Махапрабху, от Шри Чайтаньи Чайтамрита, Бхагаван Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху говорит, Санатан Госвами Падва Санатан, вся Кришна Лила, она вечна. И поэтому явление Кришны тоже вечен. Да, лила явления Кришны, она вечна. В материальном мире мы знаем то, что обусловленная душа может родиться в соответствии с прежней кармой, в соответствии с из-за влияния майи. Вот, кто-то должен рождается из-за влияния майи, иллюзии. И поэтому они ничего чувствуют влечение к объектам этого мира. Даже люди не могут избавиться от влечения к материальному, что говорить о Кришне. Люди не могут даже показать, доказать, что они избавились от влечения к материальному. Кришна не столь глуп. И вот перед тем, как Кришна позволит вам войти в трансцендентный мир, Кришна проверит вас несколько раз, бесчисленное количество раз. Кришна проверит вас, пошлет вам прекрасных женщин, деньги, какое-то общественное положение. Кто-то привязан к каким-то титулам, собирает дипломы, титулы всякие, регалии. Но те, кто ученые, они не заинтересованы в этих ученых степенях. Те, кто по-настоящему ученые, в смысле, хочу сказать, те, кто имеет Кришна-татва-вигьяну, те, кто осознали Кришна-татву, что Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве, Удав спросил, кто такой пандит. И Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве, пандит — это тот, у кого есть ясное представление о том, как из обусловленного состояния достичь освобождения. Иначе кто-то может изучать санскрит и прочее, прочее, но не станет пандитом. Поскольку гаудии, те, кто гаудии, те, кто следует Бхактисиддханте Сарасвати, они... Большинство людей уходят прочь, не могут переварить все это учение, все такое весь вид харикатхи. Я не приглашаю всех, я знаю, далеко не все могут принять это. И вот Шри Кришна может проверить вас. Кришна может проверить вас.
бесчисленными методами. И после этого, если вы удачливы, то тогда Кришна может позволить вам войти на путь бхаджана. Иначе Кришна не позволит. И вот все полубоги, Бхагаван Шри Кришна говорит, они могут выступать против вас, если вы хотите совершать харибаджан, особенно те, кто соблюдает, пытается соблюдать брахмачарию или какой-то отреченный образ жизни. Полубоги, они будут мешать. Как можно вспомнить полубоги? Они хотели, настолько обнаглели, что хотели проверить Нара-Нараяну. И вот они пытались что-то сделать ему, послали всяких апсар и прочих, пели, танцевали перед ним, он сидел с закрытыми глазами и ничего не замечал. Когда Нараяна открыл глаза постепенно, он посмотрел на них, и они, увидев, Нараяну явил из своего бедра такую прекрасную апсару, которая затмила всю их красоту. И вот Вайшнав, тот, кто не привлекается ничем материальным, что говорить о Лабхе Пудже и практически они совершенно не заинтересованы в этой дешевой мирской славе. Трансцендентное Пратиштха, Вайшнава Пратиштха, они принимают ее, поскольку Вайшнава Пратиштха она связана с Баларамом Нитинандой. Вайшнава Пратиштха связана с Баларамом Нитинандой, мы не можем игнорировать ее, мы должны принять ее и передать моему Гуру Махараджу. Гуру Махарадж передаст Шрила Прабхупаде, Шрила Прабхупада, Гуру Кишода, Бхагаваджи Махараджа, Дот Бхактина Тхакуру. И таким образом эта вся Пратиштха дойдет до лотосных стоп Баларама. И вот в Пурушоттам Врату я объяснял, Пратиштха — это санскритское слово, если разделить его, ста значит существование в этом материальном мире. Нет ничего постоянного, все временно. Наша одежда, здание, тело, ум — все временно. Но Вайшнава Пратиштха, она не временна, она вечна. Она находится в лотосных стоп Баларам Нитьянанды. Она вечно существует, поэтому Вайшнава Пратиштха, мы можем принять ее, поскольку Вайшнава Пратиштха не может повлиять на наши сердца, приняв Вайшнава Пратиштху, мы, несомненно, не оскверним наше сердце, поскольку это Вайшнава Пратиштха. И с другой стороны, Шрила Прабхупада сказал, если вы не примете Вайшнава Пратиштху, то тогда вы отправитесь в ад. Здесь слово «рурав» значит «ад». Если мы не заинтересованы в том, чтобы принять Вайшнава Пратиштху, мы отправимся в ад. И в этом проблема. И вот Вайшнава Пратиштху мы должны принять. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, «Пандито Банда Мокшавит», тот бедный человек, Даридра. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, тот, кто страдает от неудовлетворения, kick out everybody
coming in the way of my pratishtha is called Hiranyakashipu in the form of Acharya. They can kick out. И вот Хираньякашипу. Вот некоторые люди, занимающие положение Ачарьи, не знают, кто такой Ачарья, как он должен себя вести, ведут себя просто как какие-то демоны, захватившие там этот пост. Тот, кто не имеет контроля над своими чувствами, тот, кто стремится к лабхе, будже, пратиште, такие люди называются даридрами, бедняками. At the same time, you are so clever, you yourself going to spend money like water, and you are also giving lecture about equality. How this can do? Equality is not there in communism. Equality is there in Bhagavad Dharma. Equality is there with Krishna. Krishna can do. Что такое равенство? Кришна может все уравнять, но большинство людей не имеют качества беспристрастности. У них всегда есть какая-то корысть в том или ином виде. И если мы найдем неудовлетворенность в Гуру Вайшнавах, будьте уверены, что они не Гуру, не Вайшнава. И признак Гуру Вайшнавах все время, всегда, с великим энтузиазмом они говорят Харикатху. Это первый признак, они имеют огромную любовь к Бхагавану и хотят говорить о нем непрерывно, и после этого Сваруп Лакшана, Татаста Лакшана, я говорил об этом давно, где-то 8 месяцев назад. И вот, если кто-то и какую-то драму являет, они не могут одурачить нас. Поскольку мы хотим видеть Шрилу Прабхупаду, всегда мы, если кто-то совершает какую-то ошибку, мы увидим, что это падшая душа. Поскольку мы можем привыкнуть и принять Сарасвати Гауди Даршан, Шрилу Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, и тогда никто не может одурачить нас. А иначе любой сможет одурачить нас, если у нас не будет такого эталона, как Даршан и учение Шрилы Прабхупады. И вот это не так просто, и признак Садгуру всегда находится в... Он всегда поглощен Бхагават Севой, то, что он говорит, то, что думает, и как во сне люди думают, его концепция, его сердце, его ум, его сердце, оно где-то там, и это признак Садгуру. И качество неудовлетворения у него не бывает. Мы никогда не видели, что Шрила Сиддхар Девгасвами Махарадж или Бхакти Праманд Пури Девгасвами Махарадж, они не удовлетворены были чем-то. Даже если кто-то оскорблял, они просто смеялись. Вот однажды Шрила Пури Девгасвами Махарадж какой-то негодяй назвал Каништа Цикари. И когда Шрила Пури Махараджу сказали, тот рассмеялся, что хоть кто, по крайней мере, признает меня, конечно, это уже хорошо. Еще можно вспомнить Деви, когда она услышала, как ее отец Дакша поносит Шиву. Деви сказала, что хочу оставить свое тело, поскольку мой Шива, мой Господь, Он
зовет меня как Дакшаяни, дочь Дакши. Я не могу ему позволить это, поскольку Дакша оскорбилась Шиву. И вот и поэтому она оставила свое тело в йогическом огне. Гуру Вайшнава, они говорят об абсолютной истине, невзирая ни на что. Они не идут ни на какие компромиссы. И вот я не иду ни на какие компромиссы их. Удача, а те, кто готов идти на компромиссы, их удача уже сгорела. Даже если они приходят, чистые Гуру Вайшнава настолько умны, что, видя их, они могут понять их положение и одурачить их. И вот такие скупцы, крипано, те, кто очень скупы, очень жадные, даже копейки не тратят. И вот мы говорим крипан, на санскрите крипан, и даже такие скупцы, но кто такие скупцы? Настоящие те, кто не контролирует свои органы чувств, и с другой стороны, тот, кто не совершает Кришна-бхаджан или Вишна-бхаджан, поскольку без Кришна-бхаджана ничто невозможно. И вот, и с другой стороны, мы можем сказать, Бхагаван, тот, к нему, не тот, кто не может контролировать свои органы чувств и ум, и кто, а кто может контролировать свои органы чувств, Шрила Рупа Госвами Пад. Вот в Упадишамрите там говорится. И вот те, кто не совершают Кришна Бхаджан, те, кто совершают Кришна Бхаджан, только они могут избавиться от влияния майи. Есть йоги, гьяни, они пытаются что-то делать, но они, как мы видим, не способны избавиться от майи, постоянно попадают в ее ловушки. И вот сегодня день явления Бхагавана Шри Кришны. Сегодня день явления Бхагавана Шри Кришны. Если люди думают, что Кришна родился, как мы родились под благодаря майи, но Кришна не родился, как мы. Джанма, карма. И вот здесь ясно сказано, Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, тот, кто может осознать о моей трансцендентной лиле явления, он, ему не нужно рождаться опять, иначе, и вот не пытайтесь рисковать как-то. И признаки чистых Гуру Вайшнавов, то, что они не... Они очень
они полны энергии, они не попадают под чьё-то влияние. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, тот, кто может осознать о трансцендентном авирбаве, трансцендентном явлении, им не нужно рождаться снова, оставляя это тело». Это очень просто. Они могут оставить тело и прийти ко мне, и Кришна Таттва, и у них есть преданность, иначе как-то возможно. И это пытайтесь понять, обусловленные души и влияние майи, под которой обусловленные души являются, все это отдельно от них. Обусловленные души. И это майя, она отдельно от них, не отдельно, я могу сказать даже, у майи нет связи с этой душой. Но все же, я говорил много раз и повторял эти слова. Хотя атма за пределами майи, она чинмай, трансцендентная, пракашмай, гьянамай. Но все же, я не понимаю, почему из-за влияния майи они чувствуют боль. Но боль, радость, страдания и наслаждения, они не имеют никакой связи с дживатмой. Но чувство, может, такое есть, но настоящей связи нет. То есть душа, она сопереживает всему этому, как человек во сне, поскольку она чувствует себя единой с телом. И вот Хамса Гите, Бхагаван явился когда в форме Хамсы. И вот Бхагаван сказал, как это возможно, что наша читта, материя привлекается сознанием, и сознание привлекается материей, как это возможно, если душа, она не имеет ничего общего с этим материальным миром, она духовна, трансцендентна. И вот, и хотя у атма нет, атма ничего не имеет ничего общего с майей, но все же Махарадж говорил о дживататве, много лекций во время ковида было, с различных точек зрения обсудили. И вот Бхагаван, он не таков. Бхагаван говорит: «Я рождаюсь с помощью моей я рождаюсь с помощью сварупшакти. И вот с помощью сварупшакти я рождаюсь на обусловленной душе, не так. Сварупшакти всегда находится с Бхагаваном, она едина и бесконечная Брахманда Кришна, где бы он не совершал такие лилы в этой Брахманде или в это время Кришна ночью рождается в какой-то Брахманде. И Бхагаван Си Кришна говорит Санатане: «О, Санатан, какая-то Брахманда, там можно идти. Кришна там только родился в какой-то Брахманде. Кришна родился буквально минуту назад, как Кришна лила нитья». И таким образом, если вы посчитаете во всех Брахмандах, Кришна является. Somewhere,
где-то, значит, где-то, пока я произношу это слово, время проходит какое-то. И вот пока я говорю, время проходит, за это время Кришна успевает явить либо рождение, и так проходит. Это Кришна Лила, Дамодар Лила, они постоянно являются. И таким образом Кришна Лила, она вечна. И вот сейчас много вещей мы хотим обсудить, очень запутанная тема, но я не знаю, кто может понять, осознать это. Каждый год мы хотим обсуждать что-то новое. И вот это очень важно. Кришна Лила, она здесь, Кришна всегда где-то рождается в какой-то Брахманде. И если кто-то говорит, что обусловленная душа рождается, и после этого обусловленная душа обретает возможность избавиться от влияния майи благодаря Гуру Вайшнаву, может, она рождается, но обусловленная душа, может, родилась, но после этой обрел общение с Гуру Вайшнавами, и после этого, как вот в этой шлоке, она может, она уже избавляется от влияния этого материального мира и обязанности рождаться здесь. Но почему? То есть джива, встретив саду, может освободиться, а Кришна почему рождается снова и снова? Зачем он постоянно рождается, если обусловленная душа может встретить саду, избавиться от этого цикла рождения и смерти? А Кришна почему рождается постоянно в разных брахмандах? И вот можно попытаться понять, когда мы достигнем того уровня, тогда, когда мы станем возвышенными преданными, когда мы достигнем трансцендентного уровня. И тогда, и только тогда мы осознаем эту технику, что такую лилу Бхагавана. И тогда мы поймем, что Бхагаван хоть и рождается где-то, но все же Бхагаван не рождается, как мы обусловленные души из чрева матери. Но это выглядит, что Бхагаван рождается. Но если мы изучим Бхагаватам, то мы найдем, что Бхагаван Си Кришна, Васудев Кришна, родился внутри тюрьмы Камса. Васудев и Деваки. И вот жизнь за жизнью они совершали аскезы. И это жизнь, и вот в эту жизнь мы хотим обрести. И вот, в общем, они совершали аскезы и хотели совершать, обрести Кришну как своего сына. И вот они совершали аскезы, это Васудев Деваки. И Васудев, Бхагаван явился перед ними и сказал: «Сын, как я, невозможен, и поэтому я должен прийти сам, должен родиться сам у вас, как Тулсидас хотел». Попытаться найти что-то, что может сравниться с лотосными стопами Рамачанды. Вот Тулсидас задумал. И вот
И вот я думал, может сравнить с Богом Солнца, нет, или с Богом Солнца, но на Солнце какие-то пятна, тоже не подходит, на Луне тоже пятна, тоже еще Солнце слишком жжет. И с чем же сравнить лотосные стопы Рамачандра с лотосами? Нет. И Тулсидас в итоге не смог найти ничего, чтобы бы сравнилось с лотосными стопами Рамачандра. И вот на санскрите, когда я хочу сравнить что-то с чем-то, я должен подумать, что это может быть сравниться с чем-то не точно, но может быть сравнено. И вот Туласидас начал думать, с чем это все сравнить. В материальном мире нет ничего подобного, с чем можно было бы сравнить лотосный лик Рамачандра. И вот он хотел сравнить с тем или с этим, и в итоге не смог, и вынужден был написать такие слова, что лотосные стопы Рамачандры подобны лотосным стопам Рамачандры, и лотосное лицо Рамачандры может быть сравнено только с лотосным лицом Рамачандры, нет ничего подобного. Very nice song in Ayodhya they are singing. So this way, it is impossible to compare. Find some. И вот это прекрасный киртан в Айодхе, его поют, и здесь говорится, что нет ничего, чтобы сравнилось с красотой Рамачандры. И в итоге Бхагаван сказал, как сын, как я невозможен, поэтому я сам приду в форме вашего сына. И вот Бхагаван явился. И после этого опять Бхагаван явился как Ваманадев, как Кашьяпа, идите на небесах. И потом опять Бхагаван явился здесь, в Матхуре. И Васудев, и Деваки, они думали, что наш сын и наш сын, как они могли понять, когда Бхагаван явился в тюрьме, и он явился в четырехрукой форме, с палицей, диском, Сударшин чакрой, лотосом, и что там еще. И вот и Васудев Деваки сказали, как это возможно, кто поверит, что ты наш сын, а палицей еще никто не... не поверит, что ты наш сын. И Васудев и Деваки сказали, что делать. И Бхагаван сказал, на самом деле я напоминаю вам, приняв эту форму, иначе вы забудете. Вы совершали аскезы жизнь за жизнью. И после этого я напоминаю вам, что явлюсь в форме вашего сына, и вот я явился, и напоминаю вам, Васудеваки сказали, хорошо, посторонние люди скажут, что четырехруких сыновей не бывает. И Бхагаван сказал, не беспокойтесь. И вот он принял, Кришна принял форму обычного человеческого ребенка и оказался на коленях Деваки. И Кришна Шабдо Пракито Бабу Пракитабад.
исчез. И начал плакать. И вот Девяки забыла, что буквально пару секунд назад она видела Сварупу Кришны четырехрукого. Если бы они не забыли, что это Кришна, они не смогли бы развить такой естественной родительской любви. И вот как бы она кормила его грудным молоком, это, поэтому, естественно, Йога Майя организовала все так, что Кришна опять стал обычным ребенком и начал плакать на коленях у Деваки. И вот они начали заботиться о нем. И они совершенно забыли все, что случилось раньше. Поскольку если бы они помнили, такая родительская любовь, она не возникла бы. И вот у нас есть свидетельство Бхагаватам Васудевы Деваки. Они начали прославлять его, и так или иначе, что случилось? Они думали, что этот мальчик наш сын, и заботились о нем, как обычные родители. И в то же самое время они боялись Камсу, и из-за этого, чтобы их успокоить, сделать бесстрашными, раздался голос с небес, что возьмите вашего ребенка, и иди в Гакулу, в дом Нанды Бабы, и оставь его там. Там ты увидишь такая же новорожденная дочь, можешь ее забрать и принести сюда, и автоматически ночью все стало благоприятно для этого действия. Все охранники уснули. И вот Васудев пошел, дошел до Ямоны. Как же пересечь ее с этим ребенком? Я не один. Мог бы переплыть, но тот ребенок, что делать? И тут какой-то шакал пошел пешком через Ямуну, и он подумал, что если шакал прошел, то я и могу пройти. И вот он пошел. И тем временем началась гроза, и Васудев пересек эту реку и достиг Гокулдама. Если кто-то начнет спорить, как это возможно с Матхуры, Гокул 20 километров, как, но такие аргументы, они бесполезны. Бестолково, поскольку это все трансцендентно, и поэтому я сказал, что людей, многих людей нет. Даже никакого представления о трансцендентном. Есть желанием Кришны Йога Майя делать все. И поэтому для жителей духовного мира очень легко преодолевать сотни километров за день. Или даже за минуту. Я сказал, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине. И вот чудесно, когда я достигли дома Нанда Махараджа, ни причем не его дома, я был там в Гокул Махаване. И вот я был в этом лесу Гокул Махаване, говорил Харикатху в храме Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, и вот там посещал Брахманандагат, и знаю все эти места. И
там, где Кришна явился. От Яшоды, вот в общем, я был в том месте, и там наш Васудев пришел, я положил ребенка и взял девочку. И Джива Госвами подпишет, что одновременно Кришна родился там, и Йога Майя — это маленькая девочка. И в то же самое время здесь, в тюрьме Камса, одновременно в доме Нанды Бабы Кришна и маленькой девочки родились, и они, Васудев и Кришна, здесь родились одновременно. Но чудо то, что когда наш Васудев Джи пошел туда, Васудев отправился туда, он не мог видеть Кришну. Кришна родился, он был там уже, но Яшодама, она была очень уставшая, и она не было у нее никаких чувств. Родила она девочку и мальчика, она устала и даже не смотрела. И вот это было по воле Йога Майи, и вот Васудев не мог найти. Ну, в общем, положил он мальчика к Васудеву Кришну туда и взял девочку. И тем временем Джива Госвами Пад пишет, что Кришна и Васудев Кришна, они слились. Кришна, он не аватар. Он источник всех аватар. Это естественно. Когда вернулся он опять в тюрьму, то автоматически по воле Йога Майи эта тюрьма закрылась на замок. В общем, все так же, как и раньше стало. Ну и когда эта девочка она оказалась на коленях, на руках Деваки, и она начала громко плакать, охранники проснулись и пошли докладывать Камсе, что смотри, вот родилась. И Камса прибежал, как сумасшедший, такой проснулся. И прибежал и в тюрьму открыл, забрал эту девочку, Васудевджи. И девоки начали плакать. Та девочка, что ты делаешь? Нет, я не могу поверить. Поскольку вы знаете, мне голос с небес сказал. И вот была процессия, и Камса хотел вести эту карету с лошадьми. Что его сестра выходит замуж, и тут голос с небес раздался, что глупец. Ты не знаешь, что твоя сестра родит мальчика, который убьет тебя, что правда. И вот он взял и хотел убить сестру свою, и Васудев сказал, что ты столь могуществен, весь мир знает тебя, если ты убьешь свою сестру,
что тебе будут думать? Ты потеряешь все уважение. Все дети, которые будут рождаться, я буду их отдавать тебе. А честность Васудева была известна. Так сказал, хорошо, пускай живет. Но тем временем Нарада Махарадж хотел ускорить смерть Камсы. Он пришел, спросил, как поживаете его, садитесь. И вот он рассказал, что случилось, что действительно не должны верить, но те, кто Ядава, я слышал, было собрание на каком-то холме, и вот Брахма и все полубоги там собрались и обсуждают, как убить тебя, что правда, да. Я вот понял, что они хотят убить тебя, и пришел предупредить. Вот действительно, и да. Сейчас твое имя Камса, а в предыдущей жизни ты был Калнеми, сын Хиранякашипу, а перед этим... Ты по-другому назывался, эти шесть сыновей Маричи. Маричи — это сыновья Брама, из его ума родились. И вот Нарада сказал, и вот голос небес может ошибаться, поскольку это, ну, на смысле не ошибаться, а вводить заблуждение. Полубоги очень хитры. Какой из них восьмой? Сначала считают или с конца? И может быть так, и поэтому не хотят одурачить тебя. Нет, не верю. Нет, я... И вот я понял, ты пришел помочь мне, что же делать. И вот он на собрание собрал Камса со всеми. И что же делать? И если вообще. И вот мы можем сделать, каждый мальчик, который родился, я... ты можешь убивать его. Сейчас я по предыстории говорю. И таким образом все шесть этих детей были убиты Камсой. Я кратко буду говорить, чтобы все успеть. И вот после того, что случилось, шесть мальчиков убиты. И Йога Майя. Вот по указанию Кришны. Бхагаван. И вот перед этим Васудева Калананто Сахасра Вадано Сарата Агре Бхавита Деваха Хари Прия Чикисая to help the Лила. И вот, чтобы помочь этой Лиле, Анантадев, Васудев. Тот, кто первое проявление, он первым явился и в чреве Девоки. И этот божественный голос сверху сказал, когда
этот ребенок ей родится после этого, после шести месяцев. Бхагаван дал наставление Йога Майя, ты должен перенести вот этот плод. Чрево Рахини в Гокулу. И вот после того, как Амса убил шестерых, это долгая история. И в итоге Баладев, он и вот он предваряющую историю сделал. И вот этот плод, в общем, был перенесен в чрево Рахини. И тем временем Кришна родился. И здесь можно посчитать, 6 месяцев прошло. И Баладев, он родился, и Кришна тоже родился, и в тот день я говорил о день явления Баладева. Промежуток между их рождениями не столь велик. И вот Бхагаван дал наставление Йога Майя, что ты должна перенести плод с этого чрева в другой. Деваки, Рахини точнее. И Бхагаван Си Кришна сказал Йога Майя, ты также должна явиться со мной. Я рожусь, и ты должна родиться, как моя сестра. И вот суть в том, очень секрет в том, что люди, материальные люди, у них нет представления, они рождаются. Джанмаштами в предыдущий день, а мы сегодня соблюдаем. Кто-то спрашивает, какая причина. И причина, конечно, есть научная. Почему они праздник выходной тоже предыдущий был день овощного, почему в этот день соблюдают. И вот секрет в том, что Джанмаштами Титхи, мы знаем, сейчас я сказал, Бхагаван Си Кришна и Йога Майя вместе они родились, они эти близнецы. И вот материалисты считают только аштами. Мы считаем аштами. Мы прикоснулся к навами. Те, у кого есть представление об астрологии в вайшнавском календаре, они соблюдают вот аштами, а мы соблюдаем аштами, но аштами, которая соприкоснулась с навами. Если аштами с навами не соприкасается, то мы не отмечаем такой день. Аштами Титхи, когда соприкасается с навами Титхи, поскольку навами Деви явилась, Йога Майя, и вот мы можем выразить почтение им обоим. Кришна явился в аштами, а она в навами. И вот аштами, которая соприкасается с навами, мы можем следовать этому. И Бхагаван, Йога Майя говорит, можно совершать это севу везде. Ну, в общем, это Йога Майя, все поклоняются в этот день. И вот Васудев не мог понять, что какой-то мальчик тоже явился, и когда Васудев поместил этого мальчика, Васудев Кришна слился
с ним, поскольку Васудев Кришна имеет бесконечные аватары. Только во время Расалилы все аватары не могут находиться в теле Кришны. И во время Расалилы они уходят прочь, они не имеют права находиться там. А в то время аватары, они находятся на Нарисимха, Вараха, Курма, Вишну, все остальные бесчисленные аватары. Карнарава Шай, Кширдака Шай, кто нет, поскольку Кришна, он целый. Кришна, он изначально причина всего, не только Нараян. Материалисты говорят, это более практично, чтобы понять Нараян, что Кришна явился от Нараяна. Материалисты, они считают, это более практично думать, что от Нараяна Кришна явился, нет вопроса рождения и прочего, это невозможно. Но они не понимают, как Кришна родился, явился. И таким образом, Йога-майя, она взяла, и вот когда она была помещена в руки Деваки, она начала кричать, орать, и вот и Камса боялся Кришну, когда мылся или пил воду, в воде видел Кришну и боялся его. То есть из-за такого чувства страха он постоянно памятовал Кришну. Хотя мы знаем, что из-за страха перед Кришной он постоянно помнил его. И вот Венураджа даже этого не мог обрести. Путана во время смерти она думала о Кришне. Хотя она пришла, чтобы отравить, убить Кришну. Но все же Кришна настолько милостив, что он даровал ей положение кормилицы. Ты пришла, чтобы дать ему молоко и стань матерью. И Кришна, в Кришна лили Климба. Кли Климба стала. Когда Ишуда занята какими-то другими делами, она дает его хотя Климбе, чтобы она позаботилась о нем. И вот таким образом Камса, он все равно забрал эту девочку. Сестра сказала, это ребенок, как она тебя убьет, подожди, нет, дай. И вот он забрал эту девочку, хотел разбить ее о пол. Но она выскользнула у него из рук, взлетела вверх, приняла форму восьмирукой богини и сказала: «О, глупец, кто убьет тебя? Он уже родился». Да, как это? Все закрыто, тут никто не пускал никого. Как он успел родиться? Да, возможно. И значит, какая-то политика тут. Восьмой не может быть, я тут. Ты шестая. Моя сестра, может, родила кого-то. Еще девочку родила, что это какая-то манипуляция и тогда. В этот день Камса собрал большое собрание. Все
все министры пришли, и вот министры говорят: «О, царь, почему ты так думаешь, давай всех детей убьем, которые родились последние 10 дней, кто из них Кришна, кто знает, на всякий случай можно всех убить и посмотрим во всей Враджадаме». Then going to engage Putana, Agasur, Vakasur, all one by one, going to engage one by one, going to kill Krishna. But still, he was totally failed. Totally failed. He killed so many people, but could not realize без толку все это было, все эти действия. This boy can kill me someday. He started killing so many small boys. Finally, anyway, he is Krishna and Balaram. И вот Кришна и Баларам, кто может убить их? So, growing up there, и вот они выросли, nice являли свои лилы, и день явления, их день рождения Нанда Махарадж очень устроил пышный пир, чтобы обсудить это долгая тема. И вот он начал танцевать. О, наш сын Нанда Баба. И вот очень Нанда Баба начал радоваться, он своего сына ценил как жемчужину, как бриллиант. И вот есть прекрасный киртан на эту тему. Ну, кто может спеть его, кто может слушать? Шрила Бхактивинода Тхакур написал. И вот все Враджаваси начали праздновать. Они пришли, чтобы поздравить царя. Вот, Нанда, мы очень сейчас рады за тебя, что ты обрел такого сына. Indra Nila Muni Shama Brajera Jivam Yashomati Stanna Pai Shinanda Nandana Indra Nila Muni Braja Janera Jivam. Who can hear? You have to go up to that level. It's not material song. It's question of feeling. Это вопрос чувства. Чтобы слушать и петь такие киртаны, должна быть соответствующая трансцендентная обстановка. Иначе мы будем как сахаджи, которые поют все подряд без всякого чувства, играют на гармошку и прочим, а без чувства что толку. И вот очень важно здесь, и кто-то, кто соблюдает джанмаштами, они должны чувствовать. Они должны чувствовать явление Кришны в своем сердце, иначе наше соблюдение джанмаштами без толкова. И вот сейчас я не пощусь, а пью нектар харикатхи. Что такое пост? Мы можем поститься таким образом, что даже постясь, никто не поймет, что вы поститесь. Мы должны танцевать, поскольку мы соблюдаем джанмаштами с великим энтузиазмом. Не то, что я пощусь, нет просады, воды, еды и прочего, нет. Вайшнавы, они приобретают двойную силу от поста, от правильного поста. Это называется джанмаштами, трансцендентные джанмаштами. И вот
все и каждый. Я хочу сказать столь многое, но... И вот мы должны чувствовать явление Бхагавана Шри Кришны внутри нашего сердца. Я имею в виду Кришна, день явления Кришны должен быть внутри нашего сердца все время. Есть много запутанных вопросов, но даже если вы не знаете, как, не все знают, как задавать вопросы. Но я хочу задать вопросы, как это возможно, если Кришна вечно присутствует, то вас садхи деваки, они тоже вечно присутствуют. И как они совершают аскезы, и после этого они... Кто может ответить на все это? И вот есть прекрасный сиддханта, я немножко скажу о ней, и вот Васудева Деваки, их Сваруп Шакти, они Сандини Шакти Пракатита Низаджина, они никак обусловлены души, но я же сказал, что они совершали аскезы и прочее, но нет. Ответ в том, какие-то дживатмы из сердца хотят обрести Кришну, настроение Васудевы Деваки, этот Васудевы Деваки, Амса, приходит и входит в дживатму, и она чувствует это чувство, что я Васудев. И вот она часть Амса. Это долгая, обширная тема. Может, дней 10 говорить об этом. Кришна уже сказал. И когда они уйдут из этого материального мира, это Амша, она сольется с Амшей, этот Васудев, проявленный в этой лиле, он... Васудев, он... сольется вместе с этим, с тем, откуда он изошел. И вот мы должны помнить то, что Кришна уникален, даже Майаваде становится по милости Гуранге. Пурнэнду сундара мукадара бинданава Кришнат парам кимапи таттамахам на джане Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. И вот когда один ученик спросил гуру, что мы так много учились у вас, можете ли вы перед тем, как оставить тело, сказать суть вашего учения? Вот этот, он был Майавади, но впоследствии стал Вайшнавом. И вот вы хотите услышать мое заключение, да. И тогда вот он произнес эту шлоку, что за Кришна, это Абсолют, и нет ничего, кроме Кришны. Это наше заключение. So you can do some kirtana. You have done kirtana. You have done some mahamantra. We can do. Or tomorrow around 10 o'clock. So many people come to meet with me. So around 10 o'clock you can come here to take some prasad. We can arrange a little bit prasad. You can come within 10. You can do some kirtan. Any question I can give answer. I am bound to answer. Otherwise I have no right to sit here in that sasana. I can give answer to all your question, all doubt. So you can come 10 o'clock, maybe 5 or 10 minutes say, to cross the river, it will take time. So many people coming to me. Hare Krishna, Hare Krishna,
Кришна Кришна Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама Рама Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, 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 Hare Bol. Нитай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур Премананде Хари Бол.